Цель этого понятна. Всех этих действий это вызвать кризис экономики, рост числа недовольных, предпринять новую попытку расшатать страну и привести к власти антироссийский режим на основе беглой оппозиции. Поэтому в этих условиях, на наш взгляд, надо действовать быстро и согласованно. С учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам, рассчитываем на поддержку Российской Федерации в этот непростой этап. Мы подтверждаем готовность реализовать все договоренности экономической интеграции в рамках союзного государства. Но в нынешних условиях, в связи с изменением обстановки, имеется острая необходимость оперативной реализации тех мер поддержки, которые относились на потом. Это и перенос, реструктуризация кредитной задолженности по государственным кредитам правительства и финансовых институтов России. Это переход на новую систему ценообразования на поставляемую российскую нефть, которая бы обеспечила стабильную работу в Беларуси НПЗ с минимальной рентабельностью. Это и наше предложение по фиксации цен на природный газ для Республики Беларусь в российских рублях с привязкой к действующим пунктам ценам на газ для ближайших российских регионов. Это и наращивание поставок машиностроительной продукции белорусской на российский рынок, в том числе через снятие остающихся административных ограничений. Конечно, очень важно это участие в реализации программ импортозамещения. Здесь предстоит такая пунктуальная и выверенная работа всего министерства для того, чтобы максимально задействовать взаимный потенциал по замещению выпадающих поставок по импорту. Это и полноценное участие оборонного сектора экономики Беларуси в реализации мероприятий по гособоронзаказу Российской Федерации, снятие административных барьеров в сфере военно-технического сотрудничества. Мы эту сферу как-то не особо обсуждали в последнее время. Тем не менее, я считаю, что она зря у нас выпала, и надо очень предметно посмотреть на сферу сотрудничества в сфере военно-промышленного. Поэтому, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые члены